Менің есімім Бейнегүл болат, 36 жастамын. Қазіргі таңда мен компанияға келген себебім, AIB деген продукциясын іштім. Оның алдында менде по-женски миома матки болған. 4 жыл мен осымен алыстым. 2019-дың мартында мен 11-де бастадым, марттың 11-де, апрельдің 3-де, 4-де бітірдім. Мен уже сол моментте мен операцияға дайындалып атқам, удаление миома матки. Аспират тапсырдым 11 мартта, мне этот аспират брали, анализы. Сол кезде маған 15-де дайын болды, мен как раз уже больницада жатқам. Сол кезде маған айтты, что у меня нету миома матки, но у меня было больших размерах миома матки. Врач келіп айтқан кезде мен өзім таңғалдым. Айтты да маған, что у тебя нету. Кто вам сказал, что у вас миома матки деп? Я говорю, как то, у меня все есть, там же написано. У вас нету, у вас вообще узела нету. Но брак, у меня там в трубе жидкость была. Мне только в трубе жидкость убрали и все. А миомы матки ее нету, сказали. А еще у меня анемия была. 60 гемоглобин у меня был, а сейчас 131 гемоглобин. Из-за того, что я пила продукцию Витамарин А и Б.